Всем привет, уважаемые друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Вот ходили, прогуливались, кушали шелковицу. Не сколько покушали, нарвали, сколько испачкались. И сами, и одежду. Короче, сделали себе лишнюю работу. Нужно отмывать сейчас. Как эту шелковицу отстирать, вот это мне интересно. Сейчас буду стараться. Но зато масса впечатлений. Прогулка такая у нас. Решили вечерами прогуливаться. Ну, с учетом того, что и детям интересно, ребята, и мне. Мне, я как бы пешком уже очень долго вообще не хожу. Куда-то на какие-то расстояния. А это пройтись очень полезно. Раньше я вообще любила так ходить. И как бы было куда ходить. Сейчас как бы надобности нет. Я хожу очень мало. Если что, поехали там. Куда-то. А вообще, в общем, даже выхожу куда-то очень редко и мало. Потому что нужно там поехать куда-то, поехали там за покупками или еще что-нибудь. А так, если по мелочи, у меня есть кому сесть и поехать. Транспорт присутствует в нашей жизни. Муж утром на мотоцикле раз и промотнулся кругом по всем. Куда надо. Видите? Кругом жизнь кипит, разговаривают кругом люди. Вечер. Сейчас уже. Побродили по зарослям. Раньше была, пошли по тропинке. Раньше такая тропинка была, все ходили. Сейчас, по-видимому, после дождей никто не ходил. Так заросло, как залезли. Дети, ой, кто-то нас укусит. Я с ними, думаю, нет, пойду вокруг тогда. Ну, вокруг тоже недалеко. И заодно поснимать немножко вам, для вас. Заодно поснимаем. Вот это прямо. Это парк посреди поселка. С этой стороны его облагородили. Там прочистили. С другой еще нет. Еще ведутся работы вот эти. С дороги нужно идти. Я вчера прошлась, так прям хорошо себя почувствовала. Нужно больше ходить, наверное. Как бы полезно ходить для здоровья. Все в зелени. Поселок полностью весь заросший в зелени. Деревьев столько. Кругом, причем вот улица вся в зелени, и одна, и вторая во всех дворах, деревьев.
кто чем занимается. Сегодня тоже дел столько было у меня. На плантациях трава это вообще. Так что вечером прям с удовольствием гуляем. И желательно там, где меньше машин. Потому что как бы следить надо. За детьми. Вот парк. Это парк посреди поселка прямо. Такой. Здрасте. Все в зелени. Даже подрастало все. Кто чем занимается, палят люди костер. Это нельзя, конечно, делать, но кому кто указ. Никому не указ никто. Вот это на одну улочку, тут односторонняя улица понад парком. С одной стороны только дома. Буду заканчивать. Всем пока. До свидания. До новых встреч.